Так, ну а тем временем делаем соус для нашей пасты. Масло. Масло. Где-то 3 ложки. Вот так. Угу. 3 столовых ложки. Разогреть, да? Так, вот. Пока растапливается масло, как полностью растопится, будем бросать муку. 2 ложки столовых муки. 2 столовых ложки муки. Такое у нас получилось. Теперь сюда стакан молока. Ну, точнее, 2 стакана молока. И помешивать, чтобы комочков не было. Так, когда уже хорошо размешано, солим. Посолить, перчить. Перчим. И дальше размешиваем. Да. Оно будет сейчас густеть. Надо, оно стоит на газу. Да, оно и подогреется, прогревать надо, до кипения довести. Оно будет за счет муки, оно будет загустевать. Гуще, гуще. У нас загустевает по чуть-чуть уже. По чуть-чуть загустевает. А тем временем добавим сюда чеснок. Сколько? 1 зубчик? 2? 1. Ну, кто как любит. Если острый, больше. Вообще-то соус называется бешамель. Короче, делаем. Мель. Да. Делаем первый. Не первый, но уже раз, третий. Всем понравилось, супер. Как называется по-французски, мы не очень знаем. Все, газ выключаем. И соус у нас готовый, вот такой консистенции. Остынет, еще будет гуще. А, если остынет, будет еще гуще. Все. Да, а дальше будем продолжать пасту. Резать. Так, достали тесто с морозилки. Ой, с холодильника. Ну и отрезаем кусочек. Будем раскатывать. Паста, по-нашему лапша, да? Ну да. Макароны длинные. Лапша. Все, теперь тонко-тонко, максимально тонко надо раскатать. Тесто тугое. Раскатали теперь. Максимально тонко. Да. Теперь скручиваем. А, теперь скручивается. Можно по-разному. Можно вот так вот делать. Большими кусками. Резать. Я хочу сегодня сделать толстую такую вот. В прошлый раз была тонкая, а сейчас толстая. Дорезаю. Так, такие все готово. Вот. Надо их раскрутить. И поразвешивать везде. Если сразу готовить сейчас мы будем, то их не надо сушить, а можно их впрок сделать, тогда их надо высушить и сложить, ну, и в кулечек. В пакет. Да. Все, и готово на любой момент. Так, а что, мы впрок делаем или сейчас? Не, поедем? Мы сейчас будем. Так, соус у нас. О, реально стал по
твердее, загустел. Ням-ням, слюнки текут уже. Вот готовая паста уже. Ничего не готовая. Ну, еще не готовая, да. Чтобы была готовая, что мы поставили воду. Сейчас 15 минут и будем кушать. Так, вода у нас закипела. Посолили. А, воду посолили. Ну и вперед. Сколько варится? Как макароны. 3-5 минут. Всего через 3-5 минут встретимся, будем уже на тарелках это все видеть. Так, промыли это все в воде холодной. Теперь на сковородку. На сковородке опять подлили масло. И чуть-чуть прожарим. Прожарим, а прогреть? А, просто прогреть, да, потому что с водой холодной. Я побежал за коньячком, нет, за вином. Ну что, по тарелкам. Все, приятного аппетита!